5:20, почему не поесть шашлыка? О, у нас тоже один человек в эфире. Два, три, одни иностранцы, прикинь. А вот интересно, зачем иностранцы смотрят прямой эфир? Они же все равно ни хера не понимают. О, Тамара, а ты почему не спишь? О, Дранго. Ну, ты-то по-любому где-нибудь в Америке, поэтому... Поэтому да. А почему вы не спите? Вот у меня, например, 5 утра, 5:20. Привет, привет. Нет, правда, одни иностранные ники, кроме Тамары и кроме Петра. Я с работы еду, а я с работы пришла. Все. Пришла с работы, еще накрашена, но уже в домашнем. Очень, очень круто прийти с работы, когда ты работаешь в клубе, и в этом же клубе есть гостиница. Поэтому я решила навернуть шашлыка сейчас прям. Я иностранец, если что. Подольской? Прикольно. Вот. Вот, я же говорю, вон иностранные люди там знаки вопроса присылают. Ничего не понимает, говорит. Как дела? Кто чем занимается? Салют тебе из Москвы. Вот. Спать бы надо ночью. Почему вы не спите, люди? В Бийске уже 7:30, Алтайский край. А мы были у вас. Привет, Сахалина. А мы скоро едем на Сахалин. Да. Когда? 7-8 декабря. 7-8 декабря я еду на Сахалин. Привет. Интересно, перископ жив? Нет. Наверняка. Зачем лишнее приложение, если есть инстаграмчик? Я только проснулась. Новосибирск. А у нас сегодня артист из Новосибирска выступал. И как раз в сторе последняя фотка с артистом. Он в образе Наргиз. Солнышко, замечательно выглядишь. Я вообще всегда в 5 утра замечательно выгляжу, потому что 5 утра – это то самое время, когда я накрашенная выхожу в прямой эфир. Поэтому без вариантов. Ёперный балет, ну что ж такое? Придется краситься когда-нибудь на неделю еще раз. Смотрите, девочка, которая напихала полный рот еды и пытается меня заставить поработать еще. А в Краснодаре были? А в Краснодар я скоро еду, потому что у Сэмика свадьба. Вот такие вот новости. Привет, привет. Six. Мужчина иностранный пишет нам. 6. Не знаю, что 6. На самом деле я выхожу для... Это ковер. Сзади? Нет, это обои такие гламурные. Такое... стиль Франции 19 века, в стиле Людовика. Вот. Без контента выхожу сегодня. Просто мне надо обязательно делать прямые эфиры, пока я накрашена. Потому что иначе, ну, невозможно же смотреть на девчонку. Как? Что не придумываю? Знаешь, есть во Франции пословица? Нет, поговорка. Чем пословица от поговорки? Если женщина... В 30 лет страшная, значит, она просто дура. Потому что в 30 лет уже все умеют красить. О, Оля, давай встретимся в Краснодаре. На свадьбе у Сэмика я готова встретиться. Ты понимаете? Юля очень внимательно смотрит и жрет. Объедает меня, девчонка. Пока я с вами разговариваю, знаете, что происходит? Шашлыка все меньше, он только что закончился. Это Сэм, который с Дашко был? 387 знаков вопроса. Именно он. Вот так. Сэмик решил, что все-таки пора завязывать с холостой жизнью. И вот. Сделал свой выбор. И будет свадьба. Ты худышка! Сейчас мы все исправим. Потому что в 5:24 в большой семье, как говорится... Так, во-первых, она мне не семья, а коллега. А во-вторых, семья-то небольшая. Но если будешь так жрать, то будет большая. Мне кажется, самая тема, когда нельзя снимать, это когда человек ест. Привет из Иркутска.
Не едем в Иркутск. В Иркутск мы не едем пока. Сколько у вас время в Иркутске? Я, кстати, не думала, что в Оренбурге. Я сейчас в Оренбурге нахожусь. Что в Оренбурге плюс 2 часа, потому что это относительно недалеко. Всего лишь привет из Хакасии. Оль, вы скажите, куда подъехать на свадьбу? Я подъеду к вам. Я знаю, как это будет. Типа, а вот это вот... Наташа, она с чьей стороны? Со стороны жениха или со стороны невесты? Она со стороны Инстаграма солнца. Как-то так, да? Солнце, обожаю смотреть твои путешествия на отдыхе. Когда следующее? Я решила поработать немного. А то я все время отдыхаю, надо немного поработать, поэтому до Нового года никуда не планирую отдыхать. Вот, в Оренбурге прекрасный отдых. Спать нам осталось 4 часа, и потом самолет до Москвы. 8:25 в Иркутске. Так, присоединяются люди. Обои бомба, конечно, почти ковер. А мы почти коврожрицы. Ну, жрица-то точно, особенно одна из нас. Со мной никто не общается. Все присоединяются и усоединяются. Никто не общается, ничего не говорят. Только на свадьбу говорят. Вы помахали. Смотрите, что происходит. Просто... Я рискую сейчас остаться голодной. Больше болтаю. Больше болтаю, вот так вот, да. Пока у меня занят рот. Слушай, я в этой футболке такая здоровая, как будто я уже съела больше тебя. На самом деле я... А еще так приятно, мне сегодня подарили цветочки. Сейчас покажу. Просто когда ты диджей, а не артист. Нет, я, конечно, артист, но я имею в виду, когда ты с диджейской программой приезжаешь, прям, ну вот это, ну, редкий случай, когда в клубе тебе дарят цветы. Все нормально будет. Забиваю кальян. Ой, мы сейчас 3 выкурили, поэтому сейчас на чили. А к мясу есть вино? К мясу есть вода. А вообще запивать вред. О, Рустам. Только что, Рустам, о тебе говорили, потому что ты здесь тоже бывал в этом клубе. Это клуб «Матрешка». Организаторы тебя помнят. Мама организатора Жени передавала тебе, Рустам, привет. Собственно, она мне цветули и подарила. Вот. Прекрасная женщина. И говорит, Рустам мой лучший друг. Солнышко, покури испадки. Мы уже покурили кальяшу. Так, все, чат имени Рустама начался. Рустам, Рустам, Рустам. Цветы, это очень приятно, да. Как там мой Абрикосов поживает? Женя Абузяров как? Все в сборе. Сейчас в моем инстаграме устроим маленький дом-довашечку. А Май как поживает? Да кто же его знает? Мне кажется, Рустам знает больше всех. Всех чмав. Да. Вот. А Женя Бузяров очень хорошо поживает. Да, Тамар? Мне кажется, ты позже меня с ним виделась. А я дилетант. Учусь. Сделала себе... Подарок на ДР. Учусь. Слушайте, Лилия, вы, по-моему, бухаете, потому что через слово не могу прочитать. Нет, вы чат просто такими людьми грех не поздороваться. Ну да, 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 неожиданно. Вот, вижу, что Нью-Йорк к нам присоединился. Диджей из Нью-Йорка. Рустам знает все о Терехине. Интересная информация, что там Рустам знает о Терехине. Мне не рассказывал. Так. Привет, привет. Сегодня? О, прикольно. Тамара виделась с Абузяровым сегодня. Классно выглядишь. Просто я накрашена. Привет, солнышко, привет. Вот. DMC из Америки нас зовет. А я тебе говорила, что у меня есть директор, который отвечает за гастроли. Вот она. Нас зовут Нью-Йорк. Мы поедем? Мы поедем к тебе. Солнышко на Сахалине, в Южно-Сахалинске же будет выступать? Да. Нет.
А где? Холмская Нива. Холмская Нива. Поэтому Южно-Сахалинск вам придется немножечко проехать. Это же всего к Аниве. К Аниве, да. В Аниву приезжайте. А как поживают братья Каримовы? Общайтесь с ними? Общаемся. Поживают хорошо, диджеят в разных местах. Оскар диджеет в Москве, а Стас тоже гастролирует. Вот. Вы были на Камчатке? Да, нам очень понравилось. Да, Юля? Нам очень понравилось на Камчатке. К сожалению, тот клуб, в котором я была, закрылся. И поэтому нам некуда ехать. Камчатка – это очень круто, ребят. Кто не был, вот если у вас есть мечта попутешествовать по России, посмотреть самые красивые места, это Камчатка. Очень дорогой трансфер, но это того стоит, потому что там есть вулканы, там круто, правда. Мне вдруг стало интересно, где оставляете свою собаку, когда путешествуете, работаете в других городах. В данный момент собака в Петербурге. Она находится там уже несколько недель после моего последнего отпуска, ее еще никто не забрал. Но скоро она вернется. Но тоже на гастролях. Собака на гастролях у меня. Придется с вами попрощаться, потому что еды все меньше. А чего так тепло одето? Холодно в Оренбурге. Платье, юбки, каблучки, колготки. А вы укутались? Нет, я в футболке и в шортах, конечно, сижу. Вряд ли это теплая одежда, укутанная. Но, в принципе, платье, юбки, каблучки вообще не мой фэшн. Привет вам с Камчатки. Круто, привет. Привет. А сейчас какой-то Дом-2 какой-то тухлый стал. Вот вы не поверите, каждые мои гастроли сразу после выступления ни одни посиделки в гримерке или с организаторами не обходятся без этой фразы, что сейчас Дом-2 уже не тот. Доброй ночи. В Махачкалу, наверное, уже не приедете. Мы были в Махачкале. В каком, как клуб назывался? В прошлом году мы были в клубе. Привет с Краснодара. Еще с Краснодара. Прикольно. Скоро к вам еду. У тебя еще сет или уже все? Нет, уже все. Время 5:30. Через несколько часов нам уже вылетать в Москву. Надо еще снять макияжик и успеть немножечко поспать. Ждем обратно в Москву. Из Приморья привет. В Приморье мы едем. Приморье – это же Владивосток. У вас там праздники, говорят. 30 ноября я буду в Владивостоке, в Уссурийске. Дом 2 норм. Он, Тамара, которая делает Дом 2, пишет, что все с Домом 2 нормально. Просто вы стали старше. А в Тверь не собираетесь? А в Тверь не собираемся. Потому что самый классный клуб, куда мы ездили, закрылся. Как он назывался? Ну, мы же на Дне города были в Твери? Нет. Подожди, а что это? Нет, ну, большой клуб. Ладно, все, забыли. Перемотали. Дом 2 сейчас ненормальный, девушка. Девушка делает Дом 2, ей нормальный. Просто мы стали старше, и нам кажется, что это все... Мы как бабушки на лавочке. Нам кажется, что это все аморально. А тебе кажется? Ты вообще не смотришь, ты не можешь ничего казаться. Юля самый непубличный человек. Ладно, доедаю свой шашлык и спать. Всем доброй ночи. Ладно, остатки шашлыка. Всем доброй ночи. В Краснодаре давно были? Буду в Краснодаре. Когда, Семика? 23 ноября. 23 ноября буду в Краснодаре. Так что все. Ждем встречи. Все, помада съелась шашлыком. Вот. Вон у кого-то там позор. Не позорьтесь, все нормально. Все не то, потому что мы взрослеем. Читать, как стареем. Да-да-да. Вот-вот. Вот вам. Пусть приснится тем, кто ложится спать. Диджейский зверек. В Уссурийске где выступаете? Где выступаем в Уссурийске? Рок-н-ролл-бар. Рок-н-ролл-бар. Все. До встречи в ваших городах. А пока, пока. Любите друг друга и будьте счастливы.